Доброе утро, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час. Сегодня пятница, 26 августа, и это очередной ежедневный обзор по основным валютным парам. На экране у нас доллар иена. Что я могу сказать сегодня по поводу этой пары? Ну, как вы видите, как я и говорила, что тренд у нас на неделях сменился, тренд стал восходящим, мы идем вверх, и на сегодняшний день тренд у нас тоже показывает нам восходящий тренд. Но, видите, после открытия пока что мы идем вниз, мы пробили вот линии восходящего тренда дневного, и от, видите, столько тестировали, эта линия недельная, вот столько мы ее тестировали туда-сюда, не закрепились. Я вам могу сказать, что вот видите, пока что закрепились вот ниже и недельные вот пробились вниз и вернулись, чуть-чуть откатили, закрепились вот ниже, то есть на линии дневной. Ну, пока думаю, что хотели протестировать разворотную линию дня, но здесь тоже еще один такой уровень поддержки хороший, сильный. И сегодня тренд восходящий, и вполне вероятно, что мы все-таки дойдем сюда, куда я вчера предполагала, что мы дойдем, но сегодня, я думаю, больше вероятно, что на 100-702 где-то мы придем, но вполне возможно, что даже на 100-750, а может и выше. Вот, соответственно, я ожидаю вот движения сюда. Но, как я говорила, что внутри дня все может быть, как я не царь и не бог, и это всего лишь мое видение рынка, поэтому мы можем и пробиться и от разворотной линии дня, и пробиться вниз, и пойти протестировать еще раз вот недельную линию. То есть мы можем опуститься до 100-165 и, может быть, даже и ниже. Вполне возможно. Хотя тренд восходящий. То есть отсюда очень даже возможно, что мы пойдем вот сегодня вот сюда и отработаем вот этот уровень. Ну что ж, на сегодня это все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это была пара доллар-иена. С вами была Анастасия Час. И я желаю вам хорошего, светлого, яркого дня, большого профита. И чтобы у вас все сложилось так, как вы себе пожелаете. А со своей стороны еще хочу вам пожелать приятных, хороших таких выходных дней. И мы с вами прощаемся до понедельника. Всего самого-самого хорошего вам. Пока-пока.